Более 1000 крупнейших реализованных проектов, среди которых Центральный детский мир на Лубянке и торговый центр «Мега». Уже 26 лет в нашем муниципалитете успешно работает группа компаний «Албис», лидер рынка отделочных материалов. В преддверии профессионального праздника Дня строителя на предприятии побывал глава Ленинского округа Алексей Спасский. Муниципальная экономика и отчисления в местный бюджет – это основа всех основ. И в этом смысле группа компаний «Албис», на территории которой мы сейчас находимся, это почти 1200 работающих, и это десятки миллионов отчислений в областной и в местный бюджет. При этом, что важно, предприятие не стоит на месте. Там год назад отпраздновали 25-летний юбилей и не прекращает развиваться и по ассортименту продукции, и по тем объектам, тем проектам, которые реализовываются. «Албис» – знаковая для Видновского края компания. Уникальное производство, технологические инновации и дружный коллектив, который поздравил председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко. В торжественной обстановке лучшим специалистам вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Хочется пожелать, чтобы все верили в себя, в своих близких, в завтрашний день, новых творческих идей, проектов, успешной реализации их. Ну, конечно, финансового результата и мира, добра, благополучия вам и вашим семьям. Долгие 20 лет судьба начальника планового отдела Валентины Гривастовой связана с родным предприятием. Все эти годы она ежедневно ездит на работу из Москвы в Видное и ни разу не пожалела об этом. Я довольна своей работой, довольна коллективом. Я ощущаю плоды своего труда, как говорил наш руководитель, то есть в метро, где бы мы ни проходили, мы видим нашу продукцию. Это, понимаете, гордость за свое предприятие. Два года назад группа компаний «Албис» вошла в перечень системообразующих предприятий Московской области и сейчас в условиях санкций чувствует себя стабильно. Объемы производства немного упали, но в планах только рост и увеличение портфеля объектов. Сохранили все рабочие места. Надеемся на то, что все эти трудности будут преодолены и мы вновь вернемся в нормальное русло для работы. Количество объектов, которые мы сегодня обеспечиваем своей продукцией, достаточно большое. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.